Всем привет! С вами я, Екатерина Юрочкина. В этом видео я вам хочу показать, какие упражнения вы можете делать, пока вы что-то готовите на кухне, или моете посуду, или что-то режете, или варите. Чтобы время не терять зря, вы можете готовить, мыть посуду и одновременно делать что-то для своего здоровья и красоты. Итак, с чего мы начнем? Вот, допустим, вы стоите, что-то режете, да, что-то там режете. Что вы можете сделать, чтобы не терять время? Вы можете встать по первой позиции, пятки вместе, носки врозь, сильно не выворачивая ноги, а так удобно, комфортно, как вам это нравится. Вот вы встали по первой позиции, зажали ягодицы, колени давят друг на друга и просто стоим и режем то, что вам нужно. Моем посуду, но при этом ягодицы сильно зажаты. Живот втянут, ребра в себя. И вот просто стоим и вытягиваемся, тянемся, ягодицы не распускаем. Вытягиваемся, чувствуем свои бедра, чувствуем свои ягодицы, чувствуем, что живот натянут. И продолжаем делать то, что вы делаете, но одновременно напрягая ягодицы. И бедра. Постояли так где-то, ну, 2-3 минуты. И после этого вы сгибаете слегка колени, чуть-чуть согнули, колени разводим в стороны. И то же самое, продолжаете делать то, что вы делали, но при этом сидим, сильно давим на пятки, попу в себя, вот так мы не делаем, да, попу под себя, и сидим, просто укрепляем ноги. Через несколько минут вы четко почувствуете мышцы на ногах, почувствуете, как они стали укрепляться, и продолжайте сидеть. Ничего не делайте, просто сидите и чувствуйте, как напрягаются ваши ноги. После этого вы можете начать делать такие пружинистые движения вниз. Потихоньку, медленно начинаем пружинить, ягодицы не расслабляем, продолжаем пружинить, пружинить, еще пружиним. Если вдруг ноги устали, выпрямили, втянули ягодицы, постояли и опять сели. И начинаем пружинить. И так пружиним где-то несколько минут. Через какое-то время вы почувствуете, что ноги у вас стали уставать. И вы потихонечку выросли. Что еще можно сделать? Можно подняться на носочки и медленно опуститься. Колени не сгибаем. Опять поднимаемся на носочки и медленно опускаем. Ягодицы всегда натянуты, живот втянут. И опять медленно поднимаемся на носочки и медленно опускаемся. Еще раз медленно поднимаемся и медленно опускаемся. Еще раз медленно и медленно. Встряхнули. Какие еще можно делать упражнения для укрепления ягодиц и бедер? Вы можете также стоять по первой позиции и отвести ножку назад и чуть-чуть приподнять. Вы четко почувствуете ягодицу и вот просто стоять, держать ногу. Держать, укреплять, чувствовать бедро. И можно чуть-чуть также попружинить. Не обязательно задирать ногу высоко. Можно поднять ее чуть-чуть и просто пружинить, чувствовать ягодицу, чувствовать бедро, как оно укрепляется. И то же самое с другой стороны. Сперва просто поднять, подержать, прочувствовать все мышцы. И потом потихонечку. Потихонечку начать качать, спину держим ровно, лопатки тянем вниз, чувствуем, как укрепляется у нас нога. Вдохнули. И теперь ноги поставим чуть шире, была первая, теперь мы сделаем по второй позиции. Не обязательно вот так сильно выворачивать, комфортная вторая позиция. И то же самое, зажали ягодицы, колени выпрямили и просто стоим. Стоим где-то 2-5 минут, от 2 до 5 минут. Стоим, режем, делаем все, что вам нужно делать. Просто напрягли ягодицы и попу толкаем вперед.
После этого чуть-чуть присели и также пружиним. Просто стоим. Присели и стоим. Ничего не меняем. Чувствуем наши ягодицы. Чувствуем. И начинаем чуть-чуть пружинить. Угу. Одновременно продолжаем делать то, что вы делаете. И вздохнули. Итак, я вам показала упражнение, которое вы можете делать, пока вы готовите, гладитесь, моете посуду, все что угодно. Любая ручная работа, которую вы делаете стоя. Не теряйте время, делайте это упражнение, и вы почувствуете через какое-то время, как ваши ягодицы стали укрепляться. Итак, с вами была я, Екатерина Юрочкина.